Здравствуйте. А здесь как-то в очереди, да, надо? Это не там, да. А, вот сюда? Девочка сейчас придет, да? Раз уже вы первый. Я хочу баннер. Могу только записать вас пока. Сегодня мы выйдем. Ну вот запишу, вам перезвонят, привезут, повезут. А привезут? Сегодня не привезут? А, вы просто здесь как бы регистрируете, да? А в дальнейшем там... Я могу удалить, а меня привезут. Так, а по поводу заинтересованности нашей? 200 гривен. Это вы сейчас дадите тоже? Я не дам. А, то есть нам привозят, его вешают и там расчет? Так, а 200 сразу, а потом что? 200 после выбора. После, да, уже? По результатам. А, то есть если положительный, то светит, если не то... Нет, ага. То есть это как бы сразу, чтобы вы понимали, да? Ну, в любом случае, как бы 200 гривен мы заработаем. Ну, если мы все пойдем дружно в проголосуем, то все будет хорошо. Ну да, то есть, соответственно, мы понимаем, если мы вешаем эту штуку, то, ну, за кого мы голосуем. Ага. Ну хорошо, давайте запишите мне. За Третьякова Александра. Ну, в принципе, мы не против. Так это целый день дома надо сидеть? Понедельник или тогда? Или как-то позвонят, скажем. Мы же дадим номера вам. Позвонят, договорятся, как вам удобно будет. Время. Долго заходили. А еще же можно, типа, а если вы, например, еще кого-то, ну, с кем-то придем к вам, заинтересованный приз, правильно? Вы же заинтересованы? Мы заинтересованы, только давайте не сегодня. Не сегодня, да? Нет. А, ну я понял. Тяжелая рабочая неделя. Номер телефона нет, у меня просто рабочая работа. Ну я понял, хорошо. 063 376. 93. 376, 29, 04. Ждать звонка, да? Да, не завтра, я думаю, в понедельник. Но они сразу как бы, да? Они все как бы там с деньгами, да? Чтобы просто не возникало потом вопрос. Нет, нет, то есть они приезжают, они вешают, и дают. Понятно. Так ты вышел? Ты вышел? Все, спасибо. Тут что, все же ясно. Я регистрирую, пока нет. В понедельник уже приду, что делать не озадачу. Нет, вы можете сейчас. Нет, все нормально. Все, спасибо, до свидания. Вышли из штаба, вопрос в принципе решен. Все, до свидания.